Всем привет, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами открываем новые баночки в уход. И первое, что я беру, это вот такую огромную упаковку масок. Это маски ночные с керамидами. 30 штучек здесь в упаковке. Shine 3. И что нам обещают здесь производители, то что значит экстракт от Дельвейса, способный глубоко увлажнить кожу лица, придав ей свежесть. Помимо того, экстракт Эдельвейс содержит мощные антиоксиданты. Значит, повреждения, вызванные ОФ-излучением, что как раз сейчас очень важно летом, да, на ночь после солнышка отлично просто зайдет. Усиливает метаболизм клеток, эффективно тонизирует кожные покровы, содержание керамидов, предотвращает потерю влаги через эпидермис, помогает восстановить кожу лица. Так. Выглядит это дело у нас, для тех, кто не знал, как это выглядит, масочки в упаковочке. Показываю, открываю вместе с вами. Сейчас прям буду одну сразу использовать. Так, все влажненько, все хорошо. И масочки здесь как салфетки. То есть это все вот так. Ну, достаточно... Насколько я вижу, нормальное такое лекало. Можно использовать. Я сейчас быстренько уберу. И потом буду использовать уже после того, как отсниму видео. Естественно, вам расскажу. И маски эти я хочу прям курсом. 30 штук пройти, чтобы был как бы классный эффект. Далее, что у меня тут? Так, по лицу, да, давайте. Вот такой завалялся у меня Aloe Vera Jason. Это гель обычный, увлажняющий. На лицо отличный, по-моему, вариант на лето. Просто гель, просто вообще ничего лишнего. Тоже после солнышка хорошо. Если не знаете, чем увлажнить лицо, чтобы не перегрузить алоэ, это вообще must-have для проблемной кожи, для кожи жирной, склонной к закупориванию. Это прям вот супер. Она совсем бюджетная была. Заказывала я на Look Fantastic вместе тогда со своим New Face. Так, дальше я беру вот такой энзим клинзинг гель. Это у нас Mario Badescu. И я так подозреваю, что это просто умывалка, которую надо как бы использовать как обычное умывание. Но она содержит энзимы. Насколько я поняла, как бы это все дело. Пахнет приятненько, чем-то огуречно. Алоэ, по-моему, пахнет прям даже. Не огурцом, а алоэ больше. Вот, и буду использовать, конечно же, по инструкции. Вам потом тоже расскажу. Здесь просто ни слова по-русски. Но вообще, Gentle Massage Cleanser and Circular... После там увлажнить и все такое. Короче, буду пробовать. Очень интересно. Mario Badescu я прям хотела. Так, и также я хочу сразу взять... В уход из этой же, у меня была целая косметичка была, я на Space NK заказывала, вот, и вот тут у нас Silver Powder, это серебряная какая-то пудра, здесь нам предлагают один-два раза в неделю это использовать на Т-зону, и... Что здесь? Remove after 10 минут. Через 10 минут смывать. Но я так понимаю, что это просто какая-то, наверное, маска. Сейчас мы будем открывать. Хотя там как пудра. Может быть, ее разводить надо в чем-то. Сейчас. Так, давай. Не хочет, не поддается мне. Надо было что-то взять остренькое. Ну, зараза. И нет никакой ведь подцепочки, зацепочки. Ой, ногу цыгнула. Больно. Так. Угу. Да, здесь пудрочка вот такая. Порошочком сделана. И ничем не пахнет. Чуть-чуть мятой, по-моему. Значит, это надо будет как-то разводить. Но я почитаю инструкцию и вам, конечно же, тоже потом расскажу, как это все в дело. Так, вот такая у нас маска Flower and Tonic. Я так понимаю, здесь какие-то тоже интересные составы. Так, 15-20 минут уже наносить. Не подготовилась, я не почитала заранее, но это прям точно маска.
То есть это уже прям в формате в таком, в привычном масочном, ни в какой не пудре. Может быть, это какая-то пудра для очищения, вот это. Не знаю, посмотрим. Здесь просто масочка, да, вот такая уже будет на проблемную кожу. Тоже, думаю, будет хорошо. Ой, как они все интересно пахнут. Они пахнут какой-то таким не свежим, ну, как бы свежим огурцом, но не огуречный лосьон и не алоэ, смесь чего-то такого прям интересного. Мне нравится. Вот, хочу прям вот как бы комплексом это все использовать, чтобы потом было что сказать. Причем у меня сейчас в использовании тоник в спрее есть. Так, дальше для лица я беру вот такую вот эмульсию. Это у нас коксир. Где-то тоже она мне в какой-то коробочке красоты попадалась. Здесь тоже ни слова по-русски, но здесь в составе гиалуроновая кислота, алоэ вера и какой-то план-комплекс. План, я так понимаю, это что-то такое, но тоже, наверное, увлажняющее. Ультра, прямо на ультра. Вот, и я надеюсь, что действительно будет хорошо увлажнять. Вместо сыворотки, наверное... О, тут же запечатано, я уже мажу на себя. Вместо сыворотки, вместо какого-то чего-то. Так это выглядит. И, ну, приятненько чем-то пахнет, таким кремовым. Просто кремовая какая-то консистенция, кремовый аромат. Так, для лица, для глаз, точнее, для зоны вокруг под глазами, вокруг, для зоны под глазами я буду брать вот такую вот сыворотку от Lancome, Genifique Eye Light Pearl. Не знаю, что, как я правильно читаю, по-французски или по какому вообще, вот. Здесь у нас отличнейшая вот эта сыворотка. У меня есть она в большом формате с палочкой, с металлической, которой надо делать массаж. Уж очень мне хочется попробовать ее на лето, потому что у меня еще, ну, большой объем, повторюсь, да, и вдруг мне не зайдет, я тогда, ну, как бы буду расстраиваться от большого объема, потому что у меня бывают аллергические реакции на всякие вот эти вот вещи, которые именно на глаза. Ой, она так холодит хорошо, прям вообще супер. Прям тут чистый металл. Так, фокус-покус, не хочет. Прям тяжеленькая такая, увесистая эта штука. Не хочет фокус. Да, вот. Классно. И прям мне нравится. Аромат тоже какой-то нейтральный такой. Надеюсь, что будет хорошенечко так мне освежать глазки. Это на утро я буду использовать вот эту сыворотку. Далее, для лица я беру еще вот такую сыворотку, которая у меня очень тоже давно лежит, ждет своего часа. Это у нас Riche лаборатория. И это сыворотка с неоцинамидом и фруктовыми ферментами. Эту сыворотку я беру на вечернее использование, потому что, ну, все-таки какие-то ферменты, какие-то там кислоты, может быть, возможно, да. Но вообще это мультифункциональная сыворотка для проблемной кожи с неоцинамидом и салициловой кислотой. Да, салицилка здесь, выработка кожного сала, обладает противовоспалительным свойством, эффективно борется с постакне. У меня, как и у всех, наверное, летом активно всякие вылезают нехорошие штуки, поэтому я решила, что этим летом я буду активно с ними бороться, не дам им запланить свое лицо. Вот, и вот такую сывороточку я беру. Отлично, мне кажется, будет на ночь. Ну, соответственно, SPF 50 никто не отменял по утрам, поэтому я не боюсь. И причем я работаю все лето, на пляже я практически, наверное, появляться-то и не буду. Такая прям очень легкая, водянистая, я бы сказала, текстура, структура, да. Вот. Надеюсь, мне зайдет. Дальше я беру фрудию, вот такую. Это у нас с виноградиком. Маленькая такая, маленькая, аккуратненькая баночка, которую я давно-давно на нее прям смотрю. У меня от фрудии как раз SPF идет, тоже вот этой серии с виноградом. Он там SPF с уходом, но как бы иногда, может быть, что-то как-то буду периодически миксовать. Вот, здесь у нас 81% экстракт зеленого винограда, крем-сорбет обеспечивает уход за жирной комбинированной кожей. Оказывает поросуживающий эффект, выравнивает поверхность кожи, регулирует себовыделение. Пантенол смягчает раздражение, масло косточек зеленого винограда и другие масла фруктов питают и смягчают. Отлично, просто супер, такая малюсечка, такие они мимимишные, эти фрудии, я просто не могу. И посмотрите, какая интересная консистенция. Сейчас, если мне мой фокус даст вам показать, она прям как такая
не как гель, а какая-то такая полуматовая желешка. Прикольно очень. Пахнет просто бомбически. Виноградный, виноград просто класс. Виноградный сок. Прям супер, мне нравится. Так, еще что для лица. У меня вот этот тонер стоял, я его убирала на время как бы использования кислотного тонера. И сейчас у меня кислотный подходит к концу, я как бы его убираю, да, и, ну, как бы, не то, что убираю, просто он заканчивается, и, соответственно, вот этот вот с цикой, с центеллой, еще там цинк и кальций, и еще что-то, кучу всего. Отличный тонер, мне очень нравится, отопью, жалко, что сняли с производства. На лето очень тоже хорошо будет, он такой густую имеет консистенцию, и отлично, можно прям просто его один наносить, этот тоник, и, допустим, сверху крем. И вы все, как бы вам ничего не надо, никаких там сывороток, никаких ничего. Летом не хочется перегружать сильно кожу, поэтому я набрала себе таких легчайших, как бы вот всяких вещей, чтобы не было у меня перегруза. Единственное, что я взяла пожестче, так скажем, это на шею. Тут прям такой у меня 65+ мощный ночной питательный крем, потому что кожа шеи у меня за лето чуть-чуть превращается в скукоженную какую-то, не знаю, мне не нравится, как она выглядит, если она попадает под солнце, и не всегда туда, короче, SPF как-то, в общем, мне не нравится, и я поэтому максимально буду ее питать вот таким вот кремом от L'Oréal. Ничего, то, что он 65+, я вообще на это не обращаю внимания, и мне кажется, ну, как бы тут надо брать по потребности. Я хочу именно мощный такой питательный крем на ночь, вот. Так, с лицом вроде бы как все. Переходим к волосам. Для волос я беру, открываю вот такую вот отличнейшую просто штучку. Это у нас шампунь для обесцвеченных волос, который, как это, господи, называется правильно, для светлых волос, который, господи, тонирует. Все, все слова потеряла уже. Поздний вечер, я тут уже маленько, да. Так, сейчас мы откроем, как это выглядит. Надеюсь, не синька. Нет, тут не синька, тут фиолетовый. Вот, красивый цвет и приятный аромат. Буду использовать с удовольствием и надеюсь, что мне понравится. Вообще, есть еще такой бальзам у нас. Если не знаю, не разобрали, по-моему, еще остались. У меня одна девчонка пришла и говорит... Я, говорит, я смотрю на ее цвет, а у нее цвет такой прям, знаете, стальной. Вот такой стальной. И такой прям ровный, ни желтинки, ничего. Она говорит, я, говорит, наношу этот кондиционер и держу его прям полчаса. И, говорит, выходит вообще просто супер. Но я вот пока только шампунь урвала себе на скидке. Если еще приедет, у нас периодически приезжают поставки. Там уже, например, месяца два назад, как ушло на сейл, а у нас приходит поставка с этим товаром. Ну, как бы очень странно, но вот так вот бывает. Поэтому буду ловить кондиционер тоже себе. А сейчас пока беру в использование этот шампунчик. Еще для волос я беру вот такой вот Living Proof сухой шампунь. Это мне доставался он в каком-то гудибэк, по-моему, он был. Тоже от Space Inc. Хочу такие, тоже мне нравятся необычные шампуньки. Не то, что у нас в магазинах продается, а что-то новенькое для себя интересное. И беру вот такой вот манго-кондиционер, который у меня уже был в использовании. Еще один вот последний. Моя любовная любовь. Аромат нереальный просто. Это чистый манго, прям нехимозный, очень вкусно. Это очень вкусно. Прям обожаю, обожаю всей своей душоночкой. Вот, поэтому буду себе поднимать настроение, заряжаться энергией и бодростью по утрам вот этим вот классным бальзамом, потому что он, кондиционером точнее, он остается на волосах, этот аромат, и мне это очень нравится. Дальше для волос я еще беру вот такой вот комплекс. Это у нас Биолаш Матрикс. У меня очень, я стресс, у меня, я, да, ловлю. То есть у меня сейчас такие жизненные чуть-чуть проблемки, вот, и у меня посыпались волосы. Я вот этот вот комплекс берегла для лучших времен, и вот они настали. Здесь у нас это прям вот 10 ампул по 6 миллилитров, которые надо будет втирать в кожу головы. Это прям тоник. Я когда-то давно таким уже пользовалась. Если кто, ну, смотрит меня, я рассказывала, что у меня вообще был салон красоты, студия красоты. Я работала на Матриксе. Я очень люблю эту фирму.
Мне очень нравится. И вот тут такие пипеточки, одна запасная, одна как бы... Ну, просто вы открываете с пипеточки, наносите это все средство на по проборам, и у вас как бы как-то останавливается процесс этого падения. Покупала еще до подражания, и поэтому не так дорого мне обходилось это дело. А, тут прям, ну, должно прям помочь. Надеюсь на это очень-очень, потому что волосы сыпятся как-то прям безбожно. Вот, дальше что у меня? Дальше у меня по телу. Для ножек. Вот такой от Faberlic крем смягчающий для ног. Happy Steps. Тут какой-то, что это, шпинат или кто это? Герой, хоть заботливый жужуба. Это жужуба, оказывается. Вот так вот выглядит. Я не знала, что он так выглядит, но ладно. Здесь нет никакой, по-моему, пленочки. Тут просто, да, уже идет готовый к употреблению продукт. Надеюсь, понравится. Ножки всегда надо увлажнять, летом особенно, потому что ходим в открытой обуви. Так, для рук. А, нет, для ног я еще себе вот такой спрей беру. Вот никогда не умела эту фигню читать. Формона, в общем. Формона — это у нас обычный дезодорант, который освежает, то есть он без фруктовых всяких ароматов, а именно свежесть. Тоже на лето очень круто. И беру себе для рук две штучки. Одна — это маска для рук от Vivienne Sabo. Мне отдала ее подруга. Сказала, что ей не зашел аромат. Он чем-то ей там не тем пахнет. По мне пахнет очень вкусно, но ей, видимо, очень-очень вкусно. Она такая любительница каких-то нейтральных ароматов, а мне прям очень нравится. Он прям насыщенный такой аромат. Посмотрим, как я смогу. Ну, на ночь как бы нормально, да, такие масочки использовать. И еще у меня вот такое, такой крем для рук. Cherry Blossom и масло Ши. Это у нас Eco Choice. И я очень люблю этот бренд. У меня были уже не раз эти крема, всякие разные. Обожаю, обожаю. И очень хорошая консистенция. И хорошо впитывается быстро. И хорошенький объемчик. Хватит этого кремушка мне надолго. Вот. Да, аромат класс. Вот, такие были у меня открывашки. Такое разнообразие я себе ухода сделала, добавила к лету. Не знаю, буду снимать вам летний уход или нет, насколько он нужен, потому что просто работаю без выходных на двух работах, и у меня не совсем хватает времени. Есть что-то, да, когда чем поделиться, я всегда делюсь. Всегда мне хочется вам как-то что-то рассказать, с кем, ну, как-то пообщаться. Вот. Спасибо вам за просмотр, за ваши пальчики вверх. Пишите обязательно комментарии, подписывайтесь. Мне это очень и очень важно. Спасибо. Пока-пока.